Армянская армия в ранние утренние часы попыталась осуществить контратаку на потерянные 27 сентября позиции. В результате было уничтожено несколько десятков солдат и офицеров армянской армии и наемников из курдской террористической группировки ПКК. Кроме того, были уничтожены два танка, поставленных для усиления наступающих частей. Görün maşallah ne kadar. Şamil! Şamil! Gel kapağa girin. Gel bari.